Понадеялся на свои быстрые ноги молодой человек, который в одном из торговых центров Казани положил одежду и обувь себе в рюкзак и попытался просто выйти, не заплатив. А когда охранник попросил его остановиться, пустился на утек. И ведь убежал, его не догнали. Момент кражи был зафиксирован камерой наблюдения. Съемки посмотрел Салават Мухаммадуллин. Они думали, что их никто не видит, но прямо на это место, где они засовывали одежду себе в рюкзак, была направлена видеокамера. Выбирали тщательно, утрамбовывали основательно. К тем, у кого в руках ничего не было, у охранника вопросов не возникло. А вот молодой человек с пухлым рюкзаком привлек к себе внимание секьюрити. Его попросили остановиться, но он пустился на утек. И ведь убежал, его не догнали. Позднее сотрудники магазина подсчитали ущерб, чуть больше 10 тысяч рублей, и обратились в полицию. Для установления всех обстоятельств на место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы, которые опросили потерпевшую сторону, очевидцев и изъяли записи с камер видеонаблюдения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Республики Чувашия. Молодой человек сознался содеянным и сообщил, что продал похищенные вещи. В Чебоксарах его и задержали. Быстрые ноги не спасли от ответственности за хищение чужого имущества. На время следствия ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Салават Мухаммадуллин, ВЗ-112.